С 5 апреля начались вылеты авиакомпании Jet Airways по маршруту Сочи-Белград. Вылеты будут осуществляться по субботам. Из Сочи борт отправляется в 5:55 утра и прибывает в Белград в 8:45. С 6 апреля началось регулярное обслуживание рейсов авиакомпании Якутия по маршруту Сочи-Прага. Рейсы запланированы по воскресеньям. Время вылета из Сочи в 15:50, прибытие в Прагу в 19:05, сообщает пресс-служба Базелайра.